Всем привет, с вами Ашанти Визит. И сегодня мы будем спрашивать у людей, что бы они сделали за 1 миллион лей. У меня такой вопрос. Что бы вы сделали за 1 миллион лей, если бы он сейчас появился у вас? Благотворительность. То же самое. А для чего? Кому вы дадите? Дающимся детям. А как вы им этим поможете? Ну, спонсировать просто деньгами. А другие люди уже будут распределять их на еду или на что-нибудь более полезное. Блин, если честно сказать, очень сложный вопрос. Наверное, нужно хорошо подумать, чтобы на него ответить. Естественно, на себя бы какую-то часть оставила. Второе, что бы я сделала, это, наверное, на нужды малоимущих, стариков особенно, и больницы. А как бы этими деньгами вы бы им помогли? Ну, во-первых, создала бы какое-то сообщество, и вместе с ними бы решили, как распределить деньги. И еще бы я очень обратила внимание, наверное, на бездомных животных. Кошки, собаки, это тоже моя слабость, и поэтому я бы о них тоже подумала. А в чем они нуждаются? Во многом. В безопасности. Как бы вы их защитили? Приют. Что бы вы сделали, если бы сейчас в кармане у вас был бы миллион лей? Если бы у меня был бы миллион? Это очень сложный вопрос. Я думаю, что сначала каждый, ну если так хорошо подумать, он бы сделал что-то, что очень давно хотел сделать. Это может быть для себя, это может быть для кого-то из семьи, из друзей. Например, мне очень нравится делать кому-то подарки. Я бы с удовольствием купила что-то своей лучшей подруге, кому-то из семьи. И себе что-нибудь. Не знаю, куда-то съехала бы с родителями. Потом на обучение, конечно же. И потом уже можно было помочь там приюту или уже на другие дела. Ну, это очень большая сумма. Нужно все взвесить хорошо перед тем, как тратить. И да. Я думаю, в пустые эти деньги просто так не уйдут, если хорошо так подумать, как их потратить. Да. А что бы вы сделали за 1 миллион лей, если бы он сейчас прямо у вас оказался в кармане? Пошел бы домой. На что бы потратили? На себя. Ну, что бы вы себе купили? Наверное, бизнес бы открыли. А какой? Ой, не знаю, нужно подумать. Большой. А чем бы это помогало? Делать другие миллионы. Ну, как интересно. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно задать вам пару вопросов? Можно. Хорошо. Здравствуйте, меня зовут Ашанти, а вас? Владимир. Как дела у вас? Нормально. А что бы вы сделали за 1 миллион лей? Если был бы. Шоу. Представьте, он появился у вас, и что вы бы сделали в первую очередь? Ну, на нехватке, то. Есть куда девать их, но их нет просто. Ну так представьте, у вас есть сейчас 1 миллион. Подумайте, что вы хотите сделать, потратить на что? Когда на такую быстро. Ну вы можете сейчас подумать. Купил что-нибудь, что необходимое, что... Что необходимо? Куда-то уехать, куда-то... Как вы думаете, это большая сумма? Это большая сумма, как вы думаете? Для нас очень большая, а для других нет. А на отдых куда вы бы полетели? Хоть бы за границу куда-нибудь. Грецию или... За 1 миллион лей. Ну, я бы сначала его поменял на евро. Потом бы я бы... Сколько это будет? 50 тысяч евро. 50 тысяч? Это уже не так много. Я бы потом поменял на доллары и оставил бы их лежать. Ну, какую-то часть все равно нужно отложить. По-любому. На будущее. Да. Вложить в акции кабульских автобусов. Может, еще куда-нибудь вложили бы? Еще куда-нибудь вложить? На бездомных животных. Да. Вот она. Привет, точно, да? Была вложена. Весь миллион, типа, с
Вопрос закрыт. Все. Миллион потрачу. И мой, типа, 70% тоже. Это тоже она найдет, куда это взять. А как бы вы помогли животным этим? Я бы хотела построить приют. Не знаю, подкармливать, стерилизовать их все. Вот, кстати, мы сейчас пообщались с людьми. Это было очень интересно. У каждого свое мнение. Кто-то считает это большая сумма, кто-то считает это малая. Кто-то хочет за границу поехать, кто-то хочет помочь животным. Меня зовут Ашанти, а вас? Виктор. Что? Виктор Иванович. Спасибо. Как у вас дела? А в чем дело? Кто вы такие? Вот что бы вы сделали на 1 миллион? Ой, боже мой. Дома бы сидел. А на что бы вы их потратили? Ну, нашли бы на что. Например? Знаете что, давайте подойдете попозже, я подготовлюсь, помечтаю и вам отвечу. Все, до свидания. Так вы можете сейчас пообсуждать. Ну, это интересно. Стал деньги, хорошо, хорошо, спасибо. До свидания. Не вышло? Ну, ладно. Ну, надеюсь, было очень интересно. С вами была Ашанти Визит. Мне было реально интересно. Всем пока!